Погоня за водителем, отказавшимся подчиниться законным требованиям. Профилактика дорожно-транспортных происшествий. Изнуряющая работа в летний зной и зимнюю стужу. Вот такая деятельность входит в обязанности сотрудников патрульной полиции. И так изо дня в день. Наша съемочная группа встретилась с одним из тех людей, на чьи плечи ложится безопасность граждан на дорогах области. А именно сотрудником службы патрульной полиции Батыржаном Батырбеком. Как такового отдельного подразделения дорожной полиции сейчас нет. Еще в 2013 году дорожную полицию упразднили, объединив с патрульной службой. Это случилось до того, как наш герой Батыржан Батырбек стал полицейским. Уроженец села Кинкияк, отучившись в колледже на технико-электрика, служив в срочную службу в рядах Национальной гвардии, поступил в высшее учебное заведение в городе Уральск на юридическое отделение. И с 2018 года теперь уже старший лейтенант пополнил ряды актюбинской полиции. Батыржан женат, воспитывает двух детей. Если сын захочет пойти по моим стопам, отговаривать не буду, отмечает патрульный. Призвание у меня было с детства, мечта работать в полиции. Работали не из легких, но стараемся, работаем. Бывают такие рабочие моменты, да, но стараемся вести себя не агрессивно, адекватно, разговаривать вежливо, корректно с водителями, объяснять, что да как. Бывают да, зимние морозы, водители иногда, ну, так говорим, жалуются, то, что нас без причин останавливаем. Но это тоже не, ну, неспроста. Останавливаем водителям, проводим профилактическую работу. Останавливаем, говорим, то, что сейчас, чтобы не нарушали правила дорожного движения, соблюдали скоростной режим. Сейчас бывает, ремонтные дороги идут, объясняем, где и как. Ну, водители, кстати, пониманием включаются некоторые водители. В погоне, да, приходились, да. Через рацию передаем, останавливаем. Привлекаем к административной ответственности водителя. Но никакие внештатные ситуации, ни в целом опасная служба не пугают старшего лейтенанта, ведь кто-то должен оберегать покой граждан и соблюдать правопорядок, подчеркивает сотрудник. Служба инспектора службы патрульной полиции начинается рано утром, с 6 утра. В 8 утра уже начинает заступать на службу на автодорогах республиканского значения. Водители, да, бывают разные, но, в принципе, сейчас у нас идет ОПМ «Правопорядок». А также с середины октября месяца по согласованию комитетом административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан сейчас проводим профилактические мероприятия. То есть на каждом участке дороги есть точки отстоя. И там вот наши инспектора службы останавливают все транспортные средства, проводят с ними профилактическую беседу о недопущении дорожно-транспортных происшествий. Чтобы в общем целом не нарушали правила дорожного движения. Старший лейтенант Батыржан Батырбек, как и его коллеги, намерен продолжать расти по карьерной лестнице, а также верой и правдой служить делу всей своей жизни, охране общественного порядка и безопасности на актюбинских дорогах. Николай Сырбов, Должан Жасуланов, телеканал Актюбе.